Это вот здесь прошлогодние. Но мы их тоже покупали в этом году. Они были по 10-12 сантиметров. Запускали их где-то в начале июня. Смотри, как выросли тоже. И есть еще 15 штук здесь. Мы запускал я тоже в мае в этом году. Но покупал их прошлой осенью. В аквариуме жили всю зиму. И они вот покрупнее. Потому что они здесь начали с мая расти. Прям хорошо набрали рост, вес. Но эти тоже, вот смотри, я не знаю, поскольку они будут. По 300 грамм, по полкило есть. Такие крупненькие. Сейчас пугну. Поплывут. Все, разбежались. Кто куда.